Действие третье, картина восьмая. Все крысы собрались у крысоловки, в которой находится крысео. Оживленная перебранка. Да что тут говорить, он сам туда залез. Крысе-то ни при чем. Конечно, ни при чем. Да я вот этими глазами... Что глазами? Я вот ничего не видел, но слышал прекрасно. Что ты слышал? Вот что именно ты мог слышать? Ну, скажи, смелее. Я, безусловно, ни во что не вмешиваюсь, но версия о том, что он сам залез туда, мне кажется, менее вероятна. Где свидетели? Кто это видел? Одни только непроверенные слухи и домыслы. Да я вот этими, повторяю, глазами. И что ты этими глазами? Как что? Когда я пришла, вот этими вот глазами видела, клянусь здоровьем моего горячо любимого супруга, что этот сеньор уже был внутри. Подумаешь, клянется она. А кто его туда засадил? Вот в чем вопрос. Грызета виновата. Сероштаны всегда виноваты. Тут сразу все ясно. Конечно, сероштаные. Что? А ты ж ты слышал? Чего с ними разговаривать? Все ясно, они виноваты. Это все из-за них. Заявляю прямо. Это явная провокация. Для чего нам это нужно, сажать сеньора в клетку? Да вы только и мечтаете о том, чтобы на нас вину свалить. Братцы, на варе шапка горит. Бей его, че он тут воду мутит? Заходи сзади. Эй, вы что тут делаете? Ну-ка, отойди от него, отойди, я сказала. Эй, паразит, наших бьют, а вы что, стоите, бей их. Справа, справа, заходи, окружай их. Ах ты, негодяй, я тебе сейчас... Что ж ты прямо в глаз-то, а? Больно же. Вот тебе, паразит. Ой-ой-ой-ой, точно в живот. Этого лови, уйдет. Уйдет, лови. Что, получил? Еще хочешь? Вот тебе. Потасовка принимает всеобщий характер. Крысы обоих домов заполняют всю сцену. Пластическая массовая сцена — бой. Крысео мечется внутри клетки, пробует успокоить, примирить, разнять. Его никто не слушает, да его и не слышно за всеобщим галдежом. Неожиданно из толпы дерущихся выскакивает один с сосиской в руках. Ест! Ты откуда это взял? Откуда? Оттуда. Другой выскакивает. С куском сыра! Ест! А ты чего ешь? Иди скорее, там дают. Третий выносит котлету. Ест! Дай мне кусочек. Да беги скоренько, и тебе достанется. Постепенно драка затихает. Все облепляют крысоловку. Крысео передает через прутья крысоловки еду всем. Крысео, ешьте! Крысы, ешьте! Делайте запасы! Берите вот это! Это вам! Возьмите еще! Не ссорьтесь, здесь хватит всем! Не надо ссориться! Не надо драк! Мир должен быть мир! Эй, матушка-крысунья, вот, берите больше. Будут у вас теперь пирожки с начинкой. Подходите все, не торопитесь, пока все не раздам, не выйду. Всем достанется. Не толкайтесь, драться не надо. Ну вот еще берите. Ну а вы что так скромненько стоите в стороне? Идите сюда, возьмите, еще возьмите. Вас никто не обидит. «Никто не будет драться!» Монолог Крысео продолжается, пока все не разберут угощение. Крысы едят, уносят еду с собой, возвращаются за новой порцией. «Ешьте, крысы! Все, что есть, ваше!» Грызучо. «Крысео! Брат! Слов нету! Ты герой!» «Кры-кры! Вот тут я с вами полностью согласен. Да здравствует Крысео!» Грызетта. «Милый мой! Ура, Крысео! Он наш избавитель!
крики «Гиб-гиб! Ура ему! Храбрейшему! Ура!» Крысел: «Постойте, братья! Дайте мне сказать! Послушайте!» Грызучо: «Послушайте!» Кры-кры: «Послушайте!» Грызета: «Послушайте! Крысео говорит!» Все замолкают. Крысео: «Я к вам пришел издалека. Моя страна Крысляндией всегда именовалась. В ней мирно жили все. Коротколапы ходили в гости к длинноухим братьям. Врачи черноголовых там лечили, лишь заболеет кто из длиннохвостых. Меня, я помню, откормила сыром семья короткохвостых и согрела. Крики: «Быть этого не может, это сказки!» Грызучо: «Ну, кацыц, послушать не даете!» Грызета: «Ему я верю, как самой себе!» Кры-кры: «И я! Он всех нас спас!» Грызильда: «Ну, как же тут не верить?» Крики: «Пусть он докажет!» Крысунья: «Тем он доказал, что здесь для вас сидит вот в этой клетке!» Крики: «Она права! Крысео, говори!» Грызетта: «Мой дорогой, любимый, я с тобой. И если здесь тебе не все поверят или не поймут, не захотят послушать, клянусь, уйду навеки!» Кры-кры: «И я тоже!» Грызучо: «Что тоже?» Кры-кры: «Клянусь такой же клятвой, как Грызетта!» Крысунья: «Что ты сказал, мальчишка, остолоп? Вот я тебе задам!» Грызучо: «Постой, мамаша! Давно не мальчик он! Смотри! Мужчина! Усы длиннее, чем у меня, и полон взор отваги! Тебя, малыш, беру под покровительство. Захочешь научиться фехтованию — в любой момент к твоим услугам буду». Крысева говорит: «Кры-кры, тебе я, помнишь, это говорил?» Кры-кры: «И оказались правы! Я вам верю!» Всем кричит: «Послушайте, друзья! Я говорю для всех!» Крысунья: «Эй! Прекратите вы болтать, когда мой мальчик обретает голос!» Грызучо: «Свое еще он скажет. А Крысео тут что-то очень важное хотел поведать нам, но прерван был. Крысео, продолжи речь свою». Крысео: «Да, я готов». Монолог Крысео может сопровождаться далее видеопроекцией, показом слайдов или другим способом иллюстрации его слов. «Моя страна, любимая Крысляндия. На карте есть она, но нет ее на деле. Что это значит? Я уже сказал вам. В ней жили все и в мире, и в согласии. Друг друга уважали и любили. Пока не началась война людей. Вот оказался кто страшнее всех. Вот кто всех уничтожил и себя. Они летали на железных птицах, разбрасывая огненные камни. Кругом был страх, кругом был темный ужас. В железных коробах они передвигались, и эти короба стреляли смертью, сжигая на пути своем любого, все превращая в пепел и обломки. Меня отец послал в разведку узнать, что люди замышляют. Я полз в какой-то там трубе, что шла в глубоком подземелье, и вдруг услышал страшный грохот, как будто сотни ураганов в одно мгновение в страшной схватке сошлись, кругом все сотрясая. Труба согнулась, как змея, свернулась под землей кругами. Я оказался замурован, не видел выхода нигде. 4 дня я грыз зубами землю, 4 ночи прорывал когтями путь. Когда же выбрался я, наконец, на волю, то тут же горько пожалел об этом. Я не узнал ту землю, где родился. Везде стоял тлетворный запах смерти. Все было сожжено. Кругом руины.
Еще неделю я искал дорогу к дому. Дороги не было. Исчезли ориентиры. Фигуры видел я людей, мгновенно в пепел обращены они и с ужасом на лицах. Я одного попробовал потрогать. Он показался мне еще живым, но тут же стал трухой, от рук моих рассыпался золою. Кошмарнее не видел я картины, чем мать, прижавшая к себе дитя, его спасая. И оба в ужасе застывшими глазами глядели в небо, но оно не отразится в глазах окаменевших никогда. Когда же, наконец, домой добрался, застал отца последние минуты. Он был без шерсти, вся она сгорела, в огне пожара страшного, а кожа обуглилась, и зренья он лишился. Мне трудно говорить. Простите, братья, картина-то стоит перед глазами. Поведал он, хрипя и задыхаясь, про ужасы войны друг против друга. И вот его последние слова. «Потом явился гриб, возросший в небо. Он выше был, чем если бы все горы поставить друг на друга. Страшный пламень испепелил людей, дома, деревья. Я ухожу, но передай всем крысам, что мир ценней всех благ на этом свете. Пусть будет мир». И не уподобляйтесь тем глупым людям, что затеяли войну. Вот с этими словами к вам пришел я. Крысы, пораженные рассказом, молчат какое-то время. Затем раздаются голоса. Мы не похожи на людей, в том наша сила. Мудрее мы. Наш род древней людского. Ты нам глаза открыл. Ты наш учитель, грызучего. Так что же, крысы, что же, братья, не вызволим крысеву мы из клетки? Грызет-то, перегрызем мы прутья. За работу! Крики «перегрызем, перегрызем, перегрызем!» Пластическая сцена. Крысы становятся по периметру крысоловки и начинают точить прутья. Неожиданно доносится тяжелая поступь шагов. Грызучо, держись, крысео, друг! Отступим мы покамест, но будем рядом. Если что, придем на помощь! Крысы прячутся. Крысео один в крысоловке. Появляются ноги крысолова. Останавливаются у крысоловки. Крысолов. Ага! Попалась хорошо. Я всех переловлю вас. Ноги слегка сгибаются. Видимо, крысолов присел. Сверху спускается рука, берет ручку крысоловки. Крысео в ужасе зажмуривает глаза. Ноги выпрямляются, рука поднимает крысоловку, подточенные крысами прутья лопаются. Верхняя часть крысоловки взмывает вверх, нижняя остается на месте. Ноги удаляются, крысолов уносит только верх ловушки. Крысео. Друзья мои, я с вами. Я свободен. Скорее сюда, отпразднуем со мной. Выбегают все крысы, ликуют, танцуют, обнимаются. Грызет-то. Любимый рыцарь мой, как я переживала. Ты был на волоске от гибели ужасной. Крысева, и я переживал, но о тебе, родная. И жить я без тебя отныне не могу. Грызучего, а я, как старший брат невесты и, как, надеюсь, верный друг Крысева, всем объявляю, будет свадьба. Крысева! И моей сестры любимой, которую вы знаете, Грызетты. Общее ликование, крики. Ну, а сейчас станцуем радостную джигу. Танец, поклоны. О, добрый зритель, что не так, ты нас прости. В конце же скажем, как один поэт сказал, почти.
Нет повести счастливее на свете, чем повесть о Крысео и Грызетте. Занавес.